квадрат на 4 треугольника. Моя задача в некотором смысле симметричная. То есть вот эти углы, они проворачиваются, да? Поэтому, в принципе, я могу считать, не ограничивая общности, что точка попала вот именно в этот треугольник. Потому что, соответственно, я изменил значение, я здесь то, там, рассмотрю другие углы. Таким образом, у меня возникли следующие вершины квадрата. А, В, С, Д. А, В, С, Д вершины квадрата. Точка внутри, некоторая точка М. Посмотрите, что я точно знаю. Что от прямая ВД серединный перпендикуляр к отрезку АС. Поэтому вот этот вот отрезок МС больше отрезка АЕ. Потому что там, где равно, там, где МС равно МА, это вот точно напрямую. С этой стороны от прямой МС меньше, чем МА, с той стороны больше. А что это значит? А это значит, что вот этот вот угол, угол МАС, обязательно больше угла МС. Впрочем, с этого никакой прибыли нет. Потому что у меня этот угол большой как раз не входит в сумму, а этот входит в то, что он маленький, неинтересно. Но сразу это становится намного интереснее, если я посмотрю вот на этот МВД. Смотрите, у меня то же самое. Серединный перпендикуляр к отрезку БД – это прямая АС. Поэтому отрезок МВ короче отрезка МД. А значит, вот этот вот угол больше этого. Господа, фактически это есть решение. Угол МВД больше угла МДВ. Потому что против большей стороны в треугольнике лежит больше угла. Значит, я беру, отрезаю вот этот вот уголок, как я думаю. Говорю, что осталось 45 градусов. И наш уголок представляю сюда. И он даст чуть-чуть больше. Но, во всяком случае, здесь у меня 45 градусов уже возникло. Очень хорошо. Таким образом, я здесь набрал, по крайней мере, 45 градусов, сами больше. Здесь ровно 45 градусов. И здесь больше, чем 45 градусов. Но если точно случайно это план диагональ, то это может быть равенство. Но не в этом дело. По крайней мере, по 45 градусов три раза я набрал. А это и есть те самые 135.